Версия теракта на шахте Распадская в Кузбассе может стать основной. Среди погибших в результате взрывов обнаружен еще один посторонний человек. При нем найдены два ножа и моток проволоки. Следствие выясняет, как он оказался в подземных выработках. Не исключено, что он занимался хищением цветных металлов. Ранее среди пострадавших горняков был выявлен неизвестный мужчина. Он отказался называть свое имя и сбежал из больницы. Никто из шахтеров не смог его вспомнить. Между тем, поисковая операция приостановлена из-за угрозы новых взрывов. В шахте зафиксирована повышенная концентрация метана. Горноспасатели и так работали за пределами возможного риска, но оставлять людей в той ситуации, которая сложилась, мы просто не могли. Поэтому их оттуда вывели. Темно, ничего не видно, все висит, ничто не видишь. Выброшенные горные массы породы, угля, нарушения, проволока, металл, все это скрючено в комок. По таким горным выработкам двигалось наше отделение.